Несмотря на коронавирус, инвестиций в Автоград становится больше. Например, скоро появится новое пищевое производство, а также завод по производству телевизоров. Результатами работы резидентов территории опережающего социально-экономического развития поделился сегодня замруководитель исполкома Эльдар Тимиргалеев. По его словам, на сегодня в ТАСЭР Челны вложено почти 16 миллиардов рублей и создано почти 6 тысяч рабочих мест, 200 из которых появились за первый квартал этого года. Еще 140 Автограду подарит новый проект компании «Дарлетта», которая планирует возвести объект у дороги М7. Расширение деятельности планируется и у китайского резидента предприятия «Хайер». «Хайер» приступил к строительству нового производственного объекта общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Это производственно-складской объект. Я отмечу, что это не просто склад, распределительный центр. Там будет размещено новое производство телевизоров. Имеющееся сейчас производство телевизоров «Хайер», расположенное в Кипмастере, также продолжит свою работу, что в итоге позволит увеличить количество моделей телевизоров с 4 до 10. Всего же в ближайшее время комиссия ТАСЭР рассмотрит еще 7 новых проектов действующих резидентов.